Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Зайдем в тренировочку и заберем наших бойцов, которые... Погоди-ка, ага, вот. Я уж думал, неужели я всех забрал? Нет, ничего подобного, вот они полностью готовы. Так, квесты, давай заберем. Запрос. Так, здесь у нас не выполнено еще много чего. Заглянем быстренько с тобой в магазин. Так, у нас фехтовальщик. И с ареночки заберем с тобой ревард. Так, 18 карточек на 3 тона. И плюс ко всему прочему мы зарабатываем с вами. О, 17 призраков, 19 карточек хилбота, 17 карточек на храмового пса и почти 11 тысяч голды. Ну что, я предлагаю сейчас быстренько пробежаться по арене, добить, так сказать, да, чтобы у нас уже шел отсчет, ну и потом будем продолжать уже нашу кампанию. Так, новый противник, я завершил квест. Слушай, я думаю, здесь достаточно будет лишь одного даже самурая вызвать, и он здесь всех порвет. Давай проверим. Голем-то еще никудышный такой. Вот чисто одного самурая я отправил. Сейчас мы посмотрим, справится ли он с этой задачей. О, да у него тут вообще, ребята, все кисло. Ну что это? Ну что это такое тут появилось? Бум! Блин, я думал, с удара сносим. Нет, ребят, не с ударом, к сожалению, уничтожили. Да, он тут ульту применил. Отнимает, конечно, там по 113 хп. Квест завершен, лавина. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, что это у нас за... Квест. Сразиться в боях на арене 5 раз. Все, я понял. Так, лавина, одержи победу 5 в битвах. А, в 5 битвах подряд. Все, врубился. Ну что, друзья мои, идем с вами на нашу основную линию. Так, кампания продолжается, и мы смотрим. Здесь у нас, значит, зомби-камикадзе, обычный зомби и когтистый. Ну, я думаю, что вот эта команда, в принципе, должна здесь также легко и на изи справиться. Если я не прав, то мы проиграем. Хотя я больше уверен, что мы здесь все-таки справимся. Единственная для меня здесь проблема, это знаешь кто? Это зомби-камикадзе. Именно в нем большущая проблема. Да-да-да, потому что он может взорваться. Ух ты, а у меня рыцарь выживает. Слушай, ну тогда это хорошо. Тогда это хорошо на самом деле. Блин, что ж такое тут происходит-то? Тихо-тихо, спасибо за карточку. Оглушили мы зомби, и нам нужно с тобой призвать, знаешь кого? Конечно же, тыквоголового. Плюс выпустим с тобой корни. Что-то немножко как-то подфризивает игруха, не знаю почему. Что с ней опять не так? Не должно такого быть. Давай-давай-давай-давай. Эх, не успеет, да? К сожалению, не успел тыквоголовый бомбануть в этого... В зомби. Ух, тут вообще все, ребят. Ну, сами видите, результат, скорее всего, уже налицо. Потому что мы с вами здесь сейчас все это дело пройдем. Я еще вызываю одного тыквоголового. Также вызываю еще одного самурая. И выпускаем корни. Все. Грубо говоря, мы ему сейчас базу просто уничтожим. Там у нас маги бомбят, тыквоголовые что-то там делают. Все. Изи. Но это только начало, естественно. Только начало, так что мы продвигаемся дальше и смотрим, кто у нас будет в следующем бою принимать участие. В бой. Покажите, пожалуйста, мне весь списочек. И здесь у нас банши прибавляется. Прибавляется банши. Ну, если честно, я не вижу в ней такого супер мощного противника для нас. Тыквоголовый нам, как говорится, опять же в помощь. Надо будет только контрить кого? Вот этих вот зомби. Вот этих зомби. Это самый вредный. Ах ты! Он выпустил камикадзу. Это плохо. Это плохо, блин. Сейчас взрыв будет. Ушатают? Слушай, наверное, ушатают меня сейчас здесь, ребята. Я попробую отбиться. Так, банши. Ой, банши. Ульта, конечно, какая банши. Применили ульту, корни выпустили. Так, дальше. Вот эти вот камикадзе, ну это, конечно, имба, на самом деле. Вот он, блин, заходит в кучу, просто взрывается, еще после себя оставляет вот эту вот ядовитую лужу, которая не может не бесить, согласись. Ага.
Сейчас он опять, ну, зацикленный, смотри, он вызывает зомби, потом следом вызывает зомби-камикадзе, потом банши. Вот как-то так у него все это получается. Ну, надеюсь, в этот раз ему не выкрутится, и мы его сейчас тут распишем. Да? О, карточка на зомби. Эта карточка мне нужна. Потому что, как ни странно, зомби этот у меня не прокачан. Хотя он с самого начала появляется. Но давай еще пару ударов, и все. Башня рухнет. Да, великолепно. Забираем свои награды и поехали дальше. Так, смотрим, что у нас тут прибавляется. Так, предпоследняя миссия и... Ох, елки-палки. А вот здесь уже не зашуткуешь. Здесь надо быть серьезным. И я возьму вот эту вот команду. Именно с друидочкой, именно с ней. Так, когтистый. Блин, его только, конечно, тут и не хватало. Точнее, не когтистый, ребята, а прыгун. Именно в прыгуне вся проблема у нас. Так, выпускаем щитобота. А вот и прыгунчик, ребята, вышел. Вот он. Так, вызываем паладина. Ай-яй-яй-яй-яй, смотри, 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 что делает. На ускорении. Но паладина, как ты понял, он пробить все-таки не смог. Все-таки паладина он пробить не смог. И это круто, на самом деле это круто. Ага, тихо-тихо. Я жду следующую партию, вот он. Вот он, ребята, идет. Ну, перепрыгивай. Вызываем еще одного паладина. Вызываем нашего молотильщика. Блин, а чё, в чем проблема-то, а? Карточку, конечно, хорошо, что дали, но она мне не... О, еще один. Погоди-ка, погоди-ка, а разве... Должно так быть. Ты хорош, прыгун. Почему? Ну да, прыгун. Прыгун, я же думал, не попутал ли я там чего. Нет, я не попутал, все у меня нормуль. Так, заморозка. Опа. Ну, подожди, а почему заморозка на него не подействовала? Объясни-ка мне. Ха, интересно. Заморозка не подействовала на прыгуна. Это что-то новенькое. Действительно, так, ну что. Базу-то мы ему распишем. По идее должны. Смотри, что происходит у нас. Опа, минус зомби. Так, когтистого оглушили. И все, и расписываем. Отлично. Что-то я деньги никак не могу прихватить. Так, давай посмотрим, кто у них здесь босс. Я думаю, что это будет у них этот, жнец. Скорее всего, будет жнец. Хотя я могу ошибаться. Ну-ка. Нет, я не ошибаюсь, и это именно жнец. Так, значит, получается, что команду мне менять не стоит. Хотя, на самом деле, я возьму лучше имбу. Слушай, мне кажется, что в эту команду, в имбовскую, нужно ставить, по идее, друидку, а не ведьму. Да? Ты представляешь, если вот этих вот моих ребятулек еще пробафать? Это же будет круто. Это будет имба, не то что круто. Так, ну что, эти олухи у нас идут. Давай-ка выпустим с тобой, наверное, Ронина. Он что там? Блин, он медленно идет. Медленно, но уверенно, согласись. Так, заморозка. Ай, красота. Вызываем прыгуна. Вызываем еще Ронина. Ну, слушай, тут у них шансов нет. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо, смотри. Смотри, что происходит. Я могу применить ульту сейчас. Ну, надо ли это делать? Наверное, нет. Или надо? Давай применим. Мы даже не увидели босса. Жнец и носа своего не высунул из замка, чтобы что-то нам сделать. Круто, на самом деле. Такой нежданчик для меня, если честно. Давай посмотрим, что у нас выпадет из сундука нежити. А ну-ка. Могу отличить вот зомби и зомби-камикадзе. Прыгун у нас есть, поэтому он меня как бы сейчас не интересует. Ну что же, долина подданных. Ой-ой-ой, вот сразу вот ненавижу, когда фехтовальщик идет с рыцарем вместе. Вот это лютая имба, поэтому нам нужно с вами, наверное, брать вот эту команду. Тут у нас с тобой есть щитобот. У нас с тобой здесь есть молотильщик. И вот именно такой командой мы с вами должны здесь расправиться с нашими врагами. Ну что, вот они, выходят, красавчики. Так, молотильщика вызываем чуть попозже, потому что он быстрее все-таки по скорости. Главное, чтобы не оглушили мне. Что там происходит, не могу понять. Что? А чё это вы?
Подожди, 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 подожди. Вот, минус. Дальше что? Ну, мы будем наказывать или нет сегодня? Так, спасибо за карточку на фехтовальщика. Так, что-то нас как-то притесняют маленечко, да? Нет, вроде бы выровнялись. Фух, я уже думал, сейчас сфейлимся возле замка. Ненавижу, когда возле замка начинается вот такая вот потасовка. Так, надо нам с тобой, наверное, еще одного всадника на журавле вызвать, да, чтобы он контрил эту всю шпану. И давай еще вызовем, наверное, щитобота. Слушай, я могу тебе сказать одно, что тут, в принципе, все. Мы сейчас разбомбим ему замок, только шорох. Плюс еще у меня будет паладин. Так. Ну, как видишь, победушка за нами. Ну, продолжаем. Так, посмотрим, кого нам сейчас тут определят. Вторая миссия. И здесь у нас добавляется копейщица. Ну, слушайте, ребята, я на самом деле копейщицу я вообще не считаю за вояку. Как пришла, так и уйдет. Поехали. Копим с тобой, как всегда, обычно манну, да? Ой-ой-ой-ой, тихо, подожди. Фехтовальщик нам не нужен здесь. Упал. Ну, оглушили. Во. То, что нужно. Так, давай еще одного вызовем. Блин, ты копеечно. Ты достала, вредитель. Все. Мы прожали. Ребят, мы, по-моему, прожали врага. Ой, тут еще и заморозка нам выпала. Слушай, ну это вообще великолепно. Сейчас мы его здесь добьем. Слушай, нам кого-то надо посущественнее сюда призвать. Если по-честному, да? А кого? Ну, например, всадник на журавле. Это тоже пойдет. Погнали. Так, щитобот выходит. Ну, да тут осталось-то, господи, плюнуть на замок. И все, он рассыпется. Карточки выпадают, но все не то, ребята. Все не то, лучше бы на фехтовальщика выпадали. Потому что он мне нужен, мне нужно его прокачать. Ну что, переходим с тобой на третий поединок. На третий поединок. И посмотрим, кто у нас тут прибавится. Лучница, ну что я тебе могу сказать. Лучница, то же самое, что и копейщица. Для меня вообще здесь не авторитет. Поехали. Слушай, мы что-то с тобой, знаешь, в последнее время не используем наших боссов. А знаешь почему? Потому что мы и без них очень хорошо справляемся. Ты заметил? Так, вот это вот не, мне вот это вот не нравится, когда вот так вот все получается. Идет, ага, мы его застанили. Вот это плюс, большой плюс, когда мы станем с тобой врага. Тихо, 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 тихо. Куда это вы тут? Нифига вы даете. Шустряки, однако, шустряки. Так, лучница. А не пора ли тебе отдуплиться? Карточка, конечно, это хорошо, но она мне не нужна. А почему это у меня там странно как немножко было? Рыцарь стоял отвернутым, да? Потом развернулся и начал меня атаковать. А почему он был... А, он, наверное, ребята, был в бегах, скорее всего, да? Хорошо, давай с тобой сделаем вот... Ну, пробьем или... Да, пробили, пробили, все. Так, ульту. Ну, я думаю, что не будем, пока мы ее применять. Незачем. Просто вызываем с тобой еще одного щитобота. И база рушится. Отлично. Ну, естественно, естественно, будем продолжать. Это неизбежно. Единственное, что хотелось бы посмотреть, кто выпадет нам здесь. Ох, блин, ребята. А здесь у нас разбойник. Бродяга, так его по-другому величать. Слушай, знаешь, что я могу посоветовать? Если мы с тобой возьмем вот эту команду, давай попробуем на разочек. Единственное, что, конечно, фехтовальщик здесь будет лютовать. Он будет просто разбирать моих вот этих вот големов, да? Ну, короче, посмотрим сейчас. Главное нам контролировать именно бродягу. Вот он идет. Нам как желательно быстрее. Вот он сейчас будет в инвиз уходить, да? И мы вызываем с тобой голема. Вот таким вот образом мы должны с вами его наказывать. Иначе будет фейл, поверь мне. Так, вызываем ниндзю. Окей. Давай сделаем с тобой ульту. Да блин, что такое? Ребята, он идет, он идет.
почти подобрался ко мне, но, видишь, мы его тут перехватили. Так что все хорошо. Так, дальше что у нас тут происходит? Вызываем еще одну ниндзю. Смотри, смотри, он сейчас проявится, ребята. Он сейчас проявится, и мы его здесь, конечно же, поймаем. Мы его поймали. Берем дальше голема. Так, и что дальше? Если я возьму, например, вот... так, подожди-ка. Хотя, что мы, ребята, паникуем? Все, мы уже с вами здесь разбомбили. Разбомбили ему базу, естественно, продолжить. Бродяга, это, конечно, плохо. Если он сейчас еще будет здесь с кем-нибудь, ну, из крепеньких, да, выходить, то это будет тут уже босс, ребят. Ну, король, значит, что мы с вами делаем? При случае, вот как король, мы берем с тобой, естественно, летающих юнитов. Это вот здесь, например, у нас пойдет летучая мышь, неплохо. Здесь, в принципе, грифон и баллиста. Но я все-таки возьму, наверное, нашу с ультой, да, со сферой. Почему именно их? Во-первых, ребята, лазер, который пробивает всех, особенно если там враг будет слабый, да, то он прожигает всех, причем переключается сразу на нового, если этот луч убивает противника. То есть убивает, переключается на следующего, если следующего убивает, переключается. И вот так вот, в такой последовательности. Ну что же, ох, ё-моё. Ну давай мы, наверное, с тобой выпустим нашего мага-рыцаря, да? Следом, естественно, выпускаем нашего Ронина. Ой-ой-ой, что-то как-то... Что-то они тут совсем, смотрю, припухли. Ага. Сделаем с тобой ультушечку. Вот таким образом. Так, где у меня там прыгун? Прыгун идет сзади. Окей. Ну, все, ребят, скорее всего, мы ему сейчас базу пораспишем. Ты смотри, уже второй раз мы с вами... Не видим этого, как сказать, босса. Что жнец не вышел тогда, что сейчас король не вышел. Боятся почему-то, не боятся показать свой нос. Ну что ж, давай посмотрим, что нам достанется в сундуке подданных. Нам выпадает крестьянин, 9 гемов и копейщица. И, друзья мои, забираем здесь сливки. Ох, 14 карточек на друидку, это шикарно. Так, 14 карточек на... Репульсора как нет. А, ну да, репульсора и тритон. 15 карточек. Ну что же, друзья, мы с вами летим на новый портальчик. И здесь нас встречает территория захватчиков, это раз. Территория нежити, это два. Нефритовая долина, 3. Фабрика роботов, 4. Долина подданных, 5. И потом уже телепорт. То есть повторяющихся локаций нету. Ну что ж, давай начнем с захватчиков. Я думаю, что если здесь пришелец, да, то нам лучше здесь сыграть, наверное, вот этой командой. Уж поверь мне, мои ребята справятся. Нам не жалко будет с тобой отдавать, например, вот этого вот мечника, да? И в то же время жабу с пушкой, точнее с молотом, мы с тобой можем контрить, да, тем же самым тыквоголовым. Ну что ты не выпускаешь своего пришельца? Я же знаю, что он тебе... Нет? Вот он, вылетает, похищает. Главное, чтобы он его похищал и улетал. А если он будет, ребята, его на свою сторону переманивать, вот это будут у нас тогда проблемы. Так, выпускаем корни. Выпустили корни, замедлили. Ну, естественно, пришелец похищает. Мы его попробуем сейчас наказать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Прикинь, что он сделал, а? Он приманил самурая на свою сторону. Нашего самурая он переманил к себе. Смотри, что опять делает. Вот плешивый, а. Как он меня раздражает, не могу, прям слов нету. Давай вызовем еще одного тыквоголового. Я вот больше чем уверен, что здесь тыквоголовый просто так, знаешь, ну, как говорится, до него пришелец этот долететь не сможет. Просто они в безопасной зоне. Ну что же, первая миссия у нас с тобой прошла очень великолепно. Мы с тобой разбомбили в щепки ему замок. И не будем, как говорится, здесь долго стоять. Пойдем дальше, посмотрим. Так, у нас, ох ты, вот здесь вот воблер появляется. Это уже, если честно, это уже проблема. Почему проблема? Воблер сам по себе хоть и слабый, но он очень сильный, когда выпускает свои вот эти вот лазерные, как их назвать, даже не знаю, мечи, клинки. В этом, в принципе, есть его опасочка. Причем она пролетает через всех. Думаешь, я куплюсь на это? Конечно же нет. Лети отсюда, пташка.
Вот, а теперь пора, ребят, пора. Пора, как говорится, встретить. Вот, вот, смотри, сейчас что будет. Сейчас будет жестко. Нам желательно с тобой вызвать тыкоголового и вот так вот сделать. Вот таким вот образом. Теперь все хорошо. Теперь нам нужно с тобой наплодить как можно больше всяких рыцарей, да, чтобы этот пришелец, мелкий хмыреныш, похищал именно рыцарей. Ну, там одного кого-нибудь, да, взял и улетал просто-напросто. Потому что тыкоголовый в одно лицо, ну, не справится, не сможет его подбить. Ох ты, выпала карточка на него, это редко, кстати, очень выпадает на него. Ну, давай выпустим с тобой корни. Слушай, оказывается, намного все просто. Я думал, мы с тобой какие-то проблемы у нас возникли, еще что-то. Нет, прошли на изи. И это мне нравится. Так, пошли-ка мы с тобой на следующий уровень. Ребят, Tower Conquest, вы просили меня, да? Что давно его не было, поэтому для вас все, для вас делается, снимается. Также и ареночка снималась, все для вас. Потому что, вы говорите, устали немножко от зомбарей. Вот, поэтому как бы делаем такой контент. Ну что, я не знаю, здесь, ребята, стоит ли нам, блин. Нет, я, наверное, возьму вот этот отряд здесь. Пришелец, да, плюс. Слушай-ка, ну, здесь очень интересная комбинация у него получается. Здесь у него этот УФО, да, инопланетянин. Мне невыгодно сюда вызывать Джиггернаута первым. Ага, а как же нам тогда быть? Как же нам тогда быть? Давай я попробую с Некро. Пускай, если что, Колобков похищают. Угу, по-моему, сейчас по нам врежут, ребята. По-моему, по нам сейчас врежут. Окей. Пришелец пока у нас за решеточкой. Он отсюда ничего не сможет сделать. Он пока не отдуплится. Или пока его кто-то не спасет, он из этой клетки никуда не выберется. И смотри, что у нас тут с тобой получается. Получается вообще великолепно все. Джаггера похищают. Мне не жалко, он уже сломанный. И все. Вообще на изи, да прикинь. Давай вызовем еще с тобой решетку. Вообще на изи, ребята. Найс. И сферу получаем. Ну, сфера мне не нужна, потому что база моя прокачана по полной программе. Но все равно приятно, когда достаются тебе какие-то карточки. Давай смотреть дальше. У нас предпоследняя, ребята, миссия. Ох ты, ё-моё. Вот это мне знакомая ситуация. Я думаю, что в конце будет у нас пришелец вместе с улиткой в паре. Помните, да? Такая комбинация у них была. Поэтому здесь нам лучше применять вот эту команду. Сейчас объясню почему. Смотри, во-первых, у него первым здесь полетит пришелец, да? Поэтому вызываем мы с тобой молотильщика. А следом за молотильщиком мы уже будем призывать с тобой вот так вот. Ты, надеюсь, разобрался, да, почему я именно так сделал? Ну, здесь, кстати, странно, не было пришельца. Может быть, он в последнем уровне такой чудит. Что-то я, честно говоря, даже и не помню. Хм. А не лопухнулся ли я случай? А, друзья мои. Тихо, не надо. Что творит, а? Что творит? Но. Так, давай вызовем паладина. Слушай, надеюсь, я ошибся. В любом случае, если даже так, мы, надеюсь, с тобой, нашей колодой имбовой, сможем все-таки здесь наказать и босса, и всех, кто там у нас встанет на пути. Паладин, хватит бомбить уже, пошли, елки-палки. Нам некогда тут с тобой рассусолить. Нам нужно бомбить базу, ты понимаешь? Улитка там не успела вылететь. Мы тут всех на шугаря посадили. Давай, родные, пробиваем. Я не могу понять, чего вы воблера-то не можете уничтожить, блин? Трындец какой-то. Воблер стоит, а они на него смотрят, раскрыли рты и даже не атаковали. Финиш. Ну. Так, вызываем паладиныча. Вызываем молотильщика. Так, энергию забрали. И опять нам выпала сфера. Так, сколько у нас денег? Я хочу просто, знаешь что, прокачать некоторых из
воинов. 155 тысяч, да? 155 тысяч. У нас кто с вами прокачан по полной программе? Погоди-ка, я не сюда, наверное, зашел. Или сюда? Нет, почему? В армии, да? В армии все это дело смотрится. Смотри. Ой, ребят, смотрите, если мы с вами получаем еще одну карточку, да? На нашего этого. Как его звать-то? Бот-паук. То мы прапаем его до 4-й звезды. Слушай, это круто. Это круто. БФГХ тоже скоро, ребят, может прапаться. Но мне надо кого-нибудь прокачать. Кого вот только? Кто у нас имеет максимальный уровень? У нас бродяга. Ну, бродягой очень тяжело играть, если честно. Пришелец у нас. Блин, да как же там посмотреть-то? Сюда в армию, что ли, зайти надо? Пришелец. Так, здесь у нас понятно. Вот, он у нас имеет 22 уровень. Может быть, улитку? Улитка у нас тоже 4 звезды, да, имеет. Ага, вот что я, ребята, хотел сделать. Точно, я вспомнил. Я же хотел заменить нашего деда на лорда пустоты. Ну, прикинь, вот я ему прокачал всего лишь 20 уровней. И все 155 тысяч голды, которые у меня были накоплены, просто... просто в трубу. Жесть, это очень долго придется качать его. Очень долго, не один бой. Точнее, не один бой, даже не одну неделю. Что у нас тут? Пришельцы, пришельцы, это плохо. Друзья мои, это плохо, потому что... блин, а что же нам тогда сделать? Как нам с тобой здесь поступить? Может быть, вот эту взять? Сейчас же полетит улитка, так ведь? Полетит улитка, полетит у него пришелец этот. И это все будет вместе. Так, погоди. Я попробую, ребят. Для начала выпустим вот так вот. Потом уже я буду выпускать урон. Вот, 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 смотри, что происходит. Видишь? Опа. Эй, тихо, 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 тихо. Не надо против меня, блин. И как быть? Трындец какой-то, ребят. Это фейл нафиг. Это фейл. Ты прикинь. Я сдаюсь, короче. Я сдаюсь. Офигеть, он просто взял и перехватил ее. Блин, знал бы, выпустил бы лучше бы первым Ронина. Я, наверное, так и сделаю сейчас. Офигеть, они по моей базе там. И вот лорд вышел. Деловой такой. Все ему можно. Ну все, ребят. Моя месть будет безжалостной. Зачем я просто выписал на поле боя первым именно мага-воина? Надо было Ронина выпускать, и все, никаких проблем. Че я пасанул? Сам не понимаю, что так на меня повлияло. В общем, сейчас я сделаю немножко наоборот. Выпускаем первым Ронина, потом уже следом выпускаем мага-рыцаря. Вот так и будем с тобой дрынкать. Так. Ну что, Ронин, ты готов? Давай, ты сейчас, главное, беги, шурши. Побежал там? Побежал, конечно, он побежал. Вот, а теперь... теперь вот так вот. Все, вот теперь все у нас отлично, ребят. Ну-ка. Хыдж. Давай, давай, давай. Ушатали. Теперь прыгун. Теперь прыгун. Так, еще Ронин. О. Денежку отдай только сюда. Давай, погнали. Ну, добили. Ну чё, лорд пустоты, все, сдулся? Вот так-то, будешь знать. Просто я не знаю, зачем я в тот раз так сделал. Немножко лопухнулся. Ладно, в любом случае мы с вами прошли. И это круто. Давайте посмотрим, что у нас тут в сундуке в этом. Угу. Жаба с пушкой, плюс УФО и 12,5 тысяч голды. Переходим на территорию нежити. Так, летучая мышь, плюс големы, это все сразу же. Что-то мне это не особо хорошо нравится. Так, а если... а если мы с тобой... давай так попробуем. У нас кто сильнее, чумная мышь или ниндзя? Кто мне скажет навскидку? М? Никто не знает, верно? А вот и я не знаю. Но мы сейчас с тобой проверим.
Так, раз, два. Получается, ниндзя круче. Но это из того расчета, если она, ребят, выходит раньше, конечно. Если она выходит раньше чумной мыши, то да, то она имба. А если позже, то, конечно, не есть гуд. Ну-ка, давай. Вызовем молнии, гром. Оглушили. Уже хорошо. Вызываем БФГ. БФГ ходовая, выходи. Так, ну что, я могу тебе сказать авансом. Уже победа за нами. Тут уже ничего не сделаешь, когда вот такая армия у нас могучая, большая. Все, ребята, расписали. Расписали, и мы с тобой продолжаем. Сейчас мы территорию нежити, наверное, с тобой просто на изи пройдем. Чем-то мне вот так кажется. Я больше чем уверен даже. Так, смотрим, кто у нас тут появляется. Оу, призрак, друзья мои, привидение. Кстати, я хотел прокачать бы еще привидение, на самом деле. Пускай даже он у нас не пятизвездочный, но он все равно. Вот эта вот фигня будет, представляешь, летать и постоянно наносить урон. Это очень раздражает. Так, ну что, вышел у нас голем. Мы тоже своего голема выпускаем, естественно, ребята. И следом за големом выпускаем ниндзю. Вот так вот. Сколько он наносит урона ниндзя? Слушай, существенно, ребят. Где-то раза 3-4 ему придется пролететь, да? А если заморожил? Заморозили. Призрак, кстати, тоже замораживается. Окей. Опа. Еще вызываем ниндзю. Ну все, тут уже, друзья мои, я ставлю ускорение. Тут, сами понимаете, уже нечего, как говорится, рассусолить. Просто сейчас быстренько разбомбим его замок. Деньги забираем. Золотая лихорадка. Я завершил квест. Все, двигаемся дальше. Интересно, сколько здесь, ребята, максимально телепортов? Мне кажется, они бесконечны. 999 тысяч, наверное, где-то. Не меньше. Ага, переходим с тобой на третью миссию и смотрим. Ох, ё-моё. Слушай, а есть что-нибудь попроще? У нас вот здесь накопилась энергия. Но это не пойдет. Туда она не прокатит, эта компания. Ты помнишь, сколько раз я тебе говорил, для чего здесь нужен вот этот вот темный жнец? Маленький, да? Чем он опасен? Когда он идет сзади голема. Ты помнишь, да? Он перекачивает здоровье с наших юнитов в своих. То есть, грубо говоря, он как вампир. Только он восполняет не только себе здоровье, а еще вот всяким големом и прочей ерунде. Так, наша задача — как можно быстрее уничтожать этих танков. Вот сейчас следом за ним стопудово пойдет. Вот-вот-вот, нам ульту. Мы его оглушили. Вот это хорошо пошло. Вот это пошло замечательно, я тебе скажу. Так, чумнуха, ты здесь не нужна нам. Давай, уничтожаем ее. Ниндзя, ниндзя. Нормуль. Так, вызываем БФГ. Ну, я тебе скажу, здесь опять же зачет. Мы с тобой прошли. Ниндзя, конечно, там поливают безбожно своими этими сюрикенами. Просто там только видно, что зеленая там полоса, радуга летит, ё-моё. Ну что же, у нас с тобой энергия заканчивается, правда, да? На этом отряде. Ну, это ничего страшного. Это ничего страшного. Так, ох, некро. Вот здесь, кстати, уже не для шуток. И здесь нам придется с тобой взять вот этот отряд. Потому что у нас тоже есть некро. У нас есть баллиста здесь. Тем более у нас достаточно далекое расстояние между базами. Так что мы с тобой можем спокойно выпускать баллисту и бомбить именно этих некромантов. И также ее, этих черепков, которые она будет вызывать. Единственное, да, проблема то, что он стоит очень дорого. Некоторые из ребят пишут вопросы мне, кого лучше прокачивать, того или того. Ребят, ну если вы хотите знать, вы посмотрите пару видосиков-то предыдущих серий, вам все будет ясно. Не надо спрашивать по 30 раз, кто из них лучше. Делайте выводы сами. Ну-ка, опа. Чумнуха попалась. Чумнуха попалась. Так, дальше, дальше двигаемся. Так, минус некро. Ну, выпускаем грифона. Ой, некро, какая ты... Некро очень слабая. Особенно против призрака. Что-то как-то вообще не... Не алло, ребят. Не алло. Так. Блин, грифа. Вот когда ты не прокачан, ты такой слабак, а? У меня прям слов нет у тебя. Давай, 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 давай. Грифон, сейчас же тебя уничтожит, блин.
Нет, это вот нет слов просто-напросто. Так, у нас время-то поджимает. Нам нужно с тобой пошевеливаться. Ну-ка, ураганчик. Окей. Заморозка. Ну, заморозка не действует на чумную мышь. Вот что я тебе хочу сказать. А на остальных, в принципе, очень даже хорошо действует. Так, зачем я вызвал ульту? Замок, я замок просто схватил и уничтожил его. Окей. Какой у нас там по счету уровень? По-моему, последний, да? Последний. Кто у нас здесь будет? Олд, наверное, старый воин. Ну да, старый воин. Поэтому переключаемся с тобой на... Блин, а тут у нас всего лишь последняя энергия. Последняя энергия осталась. Че это мы так быстро ее потратили? Где? Нет, ну один уровень мы сфейлили, я не спорю. Но ведь у нас же 5 энергии. Может быть, у нас была не полностью строчка заполнена. Так, голем. Ой, големчик. Тихо, 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 тихо. Вот это вот не надо, не надо. У меня же тоже есть чумная мышь, что ты думаешь, я не могу понять. Думаешь, ты один такой крутой, что ли? Давай, отражение, роднулька, отражение вешай. Вот, 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 вот. Отражение это имба. Ну-ка, погнали. Опс, переключаемся. Шикарно. Что я тебе могу сказать? Все, ребята, босс даже, наверное, не успеет тут выйти. Сейчас мы за базу ему крыжим. Великолепно получается все. Ну, просто, знаешь, вот пальчики оближешь. Вот. Easy, nice, cool. Very good, ё-моё. Ну что, поехали. У нас с вами новая территория. А, мы начали свой суду откроем. Кто нам здесь достанется? Банши, 9 гемов и... зомби. Радиоактивный, да? Нефритовая долина. Неужели она нас будет сегодня встречать терракошами? Пока не вижу. Я вижу самурая, я вижу ниндзю. С этими ребятами как нам быть? С этими ребятами нам как быть? Давай, наверное, вот этих вот мы с тобой возьмем. Или вот эту вот команду. Давай вот эту команду возьмем. Насколько я помню, сейчас они начнут с вывода войск именно ниндзя. Ну и мы тоже начнем, да? Нет. Я ошибся. Я ошибся, ребята. А вот теперь он вызывает мужа. Ну, блин. Мы отхиливаемся с вами, это хорошо. Сейчас в истерику пойдет, да? Нет? Заморозка. Вот так вот. Так, давай следующего голема вызывать. У нас ураганчик. Плюс ульта. Ну что я тебе могу сказать? Радость ты моя. Все, мы тебя расписали, расчехлили. И сейчас уничтожим Идри Инфени. Да? Да, сейчас все будет. Ну, в чем проблема, не могу понять. Куда мы там стреляем? Что-то... А, в самурая? Я думаю, что-то, блин, бомбят. А... здоровье не уменьшается у базы. А просто там самурай в истерику упал. Начал это кланяться своей шпагой. Ну и мои ребятульки в него бомбили, как говорится, в холостую. Ну что ж, второй уровень у нас с вами. И... ай-яй-яй-яй, у нас закончилась энергия. А здесь? Здесь у нас выгорит это все дело, навряд ли. С этой командой можно... О, накопилась энергия. Слушай, давай вот эту, наверное, все-таки с тобой потестим хорошенечко. Я думаю, что... хотя грифон не особо такой хороший показатель здесь, да, против, извини меня, ниндзя. Он вообще ни о чем. Единственное, что может нам здесь хорошо зайти, это Джаггер вместе... Йоу, просто тихо. Джаггер вместе с баллистой. Вот это да, вот это будет имба, на самом деле. Это будет великолепная. Как говорится, пятерка и танкист, блин. Великолепная четверка. Так, тихо. Ниндзя, уйди. Давай сделаем ультушку. Вот, теперь вызываем баллисту. Ну и, в принципе, песенка их спета. В принципе, она спета уже. Все, ребят. Вот тут у нас тем более... О, они испугались, значит, он у меня еще вернется. Вызываем некро. Тут уже даже если выйдет ниндзя, ребят, мы просто сейчас баллистами их расстреляем. Вот и все. Весь, как говорится, результат тебе. Так, давай. Вызываем еще. Слушай, ну все, тут даже, ребят, тут можно ускоряться. Можно ускоряться, потому что, ну,
Сами видите, эффект. Эффект бабочки, ё-моё, сработал. Ух, ну и поехали дальше. Мы можем с тобой, кстати, крипту прокачать. Она у нас, видимо, недокачанная. Расморгает. Ну, вот вы меня смешите вот этим вот отрядом своим никчемным. Взяли черепаху, взяли ниндзю, да, взяли самурая и думают, что все, они теперь непобедимые. Нет, дорогие мои, вы еще как победимые, и мы вас сейчас будем просто разбирать здесь. И босс у них будет, знаешь кто? Бог ветра, судя по всему. Идет, да, втихушку. Идет втихушку. Так, и ниндзю вызвал. Ох, люто, люто ты, парень, начинаешь свой сказ. А если я вот так сделаю, что ты на это скажешь? Все, сдулся, приплыл, ранули. Ну, так, я даже в этом не сомневался. Нисколечко. Что он просто сфейлится, вот и все. Так, ниндзя, вали. Вали, я тебе говорю. Блин, спасла все-таки его самурая, но мы его застормозили. Давай вызовем грифу. Грифа тут, колобки, тут сам понимаешь, все. Ага. Врубилась у нее вторая жизнь. Бум, третья? Серьезно, что ли? А если я ураганчик? А если я еще вот так? А если еще и ускорение? Найс? Конечно, найс. Все, ребят, забомбили. Море карточек получаем с вами. Вот только зачем они мне? Жалко, я не могу их обменять. Было бы круто, если бы мы могли с тобой обменивать те карточки, которые у нас есть, на те, которых у нас нету. Вот это было бы вообще замечательно. Ну что, битва 123-я. Ядрёна ваша 123-я битва. Офигеть. Нет, битва у нас не 123-я, это 123-й портал, скорее всего, вот так вот. Что, подожди. Подожди, я не был готов к этому. Прикинь, что он сделал. А как он так умудрился? Блин, я даже не успел накопить. Ну правильно, у нас такие тут войска. Ё-моё, давай ускоряться. У нас такие войска дорогущие здесь, в этом отряде. Что я даже не успел сделать. Хотя расстояние приличное, да? Но я не смог ничего сделать против вот этого вот копейщика никчемного. Ну ладно. Давай хотя бы просто с тобой пройдем этот уровень. Немножко денег заработаем, да? А потом просто разбомбим ему базу, да и все. Ну. Ураган, замедляшка. Все как полагается. Целая армия там колобков прыгает. Да, из-за вот этого мелкого вонючего копейщика я сфейлился, друзья мои. Да, хорошо, давай переиграем. Только было бы, наверное, кем переигрывать. Энергии-то, по ходу дела, у нас больше нету. Или есть? Блин, я хочу эту крипту улучшить, я не могу, ребята, она у меня прям глаза мозорит. Сколько, какой уровень там она получила? 90, еще 10. Еще 10 уровней ей нужно прокачивать, чтобы... Нет, я никуда не пойду, я пока здесь не разберусь. Даже не думаю меня куда-то там перекидывать. Хм. Вопрос. У меня что? Осталось только здесь, здесь и вот здесь. Но этот отряд явно нам не под... Хотя подожди, почему не подойдет? Он подойдет нам против как раз вот этого. Для контратаки. Контрить, короче, мы будем с тобой сейчас этого копейщика. Видишь, вот он бежит. Пхе, сосунок. Нам главное сейчас, знаешь, на кого накопить? Как можно быстрее накопить на тыквоголового. Очень быстро нужно накопить. И, блин, идет, а. Засранка, бежит, блин. Они тут быстро меня расчехлят сейчас. Поверь мне. Очень, вот, это нам повезло, что он упал в истерику. Сейчас мы как раз с тобой накопим на ульту. Применим ее. Вот таким вот образом. И будем плодить свою армию. Конечно, для пущей, как говорится, силы нам нужно бы еще призвать, наверное, мага с тобой. Но пока этим заниматься некогда. Пока некогда. Будем... будем вызывать еще одного тыквоголового. Тыквоголового, куда ты бежишь-то вперед, батька-то? Ты должен стоять сзади и не кряхтеть. Нет, он куда-то бежит все. Подрывается. Нафига тебе это нужно? Дурачок ты нелепый. Давай вызовем корни.
Ну и сам понимаешь, сейчас будет бомбическая сила. Когда они стоят возле замка, да, вплотную к стенке, да еще и заморозка, ой, да еще и дед сейчас прибежит. Дед, наверное, не успеет дойти. Нет, дед не успеет. Нормуль? У меня нет, нет вопросов никаких. Все получилось очень хорошо. Так, у нас с вами, по-моему, да, последний уровень. И здесь мы с тобой будем применять, естественно, нашу колоду-имбушку. Где она у нас? Погоди-ка, где она? Вот. Здесь бог ветра, с ним сильно не зашуткуешь. Если он начнет сдувать наших юнитов, это будет, знаешь, из разряда тени толкай. Ну, а пока копим. Копим с тобой ману по максималке. Кто там у тебя? Ниндзя пойдет первым, я думаю, да? Скорее всего, он вызовет ниндзю. Нет, он, как всегда, вызывает самурая. Почему-то все не так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда это ты, песик, разогнался-то? Я не могу понять. Совсем, что ли, попутал? Рамсули. Ронин что-то тут сплоховал. Не вышел у нас. С криками ура. Ульта пошла. Пошла ульта. Что? Ульта, блин, пошла, блин, называется. Блин, она вся в самурая в этого. Твою же налево, а. Твою же налево. Как немножко бесит. Ну, давай, 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 родные мои. Может быть, вам вызвать ведьмишку в помощь? Или не надо? Не надо, понял. Ох, ёлки-ты-палки, да. Напряженно, конечно, было напряженно. Но все-таки мы справились с тобой. Достается нам что отсюда? Так, сакуры, да, копейщик и 8 карточек на храмового пса. Мы перешли с тобой на завод. Ёлки-палки, толкатель плюс бомбер. А энергия у нас только на двух отрядах. Слушай, ну здесь, здесь нам, наверное, вот этот отряд, скорее всего, понадобится. Потому что толкатель, черт бы его побрал. Еще такая маленькая территория. Но он дорого стоит, об этом не стоит забывать. Единственное, что бомбер, конечно, может хорошо бомбить наших я даже сказал не то, что хорошо, а изумительно. Может бомбить моих щитоботов. И он вышел, да? Давай, попробуем противостоять. Толкнет же, гад, сейчас толкнет. Как пить дядя. Вот, смотри, сейчас будет удар. Трындец. Мы его завалили, да, я не спорю. Но он нанес повреждения моей базе, ты понимаешь? Вот из-за этого я ненавижу этого чертового толкателя. Хмырь болотный. Взял, появился и просто одним ударом, блин, все испортил. Всю статистику, гаденыш. И энергию я потратил, да, получается? Просто в холостую. Ладно, не пойду я никуда. Даже не показывай мне там следующую локацию. Ну, где? А этот отряд? Что он может? Ну, я не знаю, если только как-то глушить станет. Все равно он, зараза, он сильный, он сильный. У нас голем тут есть, да? Есть голем. В принципе, я могу его вызвать в первую очередь. Погнали. Будет голем у нас идти. Следом за големом мы можем с тобой призвать ниндзю. Вон, смотри, два титана схлестнулись. Ниндзю и вот ниндзя. Главное, чтобы бомбер не вылетел, а он вылетел. Твою же карапузу, а. Давай, 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 ниндзя, бомби. Отлично, шикарно, надо было так сразу мне сделать. Что-то я немножко, конечно, не то сделал. Растерялся, пожанулся, так скажем, да. Все, сдулся. Сдуется толкатель. Ну правильно, 300 с лишним маны стоит. О, карточка. Да. Надо было сразу так сделать. И это было бы хорошо. И для нас, и для моих войск. Так, ну вот теперь я могу сюда зайти. А есть ли у меня где-нибудь энергия, чтобы я смог продолжить нашу эпическую игру? Нету, друзья мои, нету, к сожалению. Энергии плохо. Только разыгрался, как говорится, да? Здесь у нас пока тоже ничего нету. Через 5 часов у нас будет реворд. В магазине ничего нету хорошего? Нету, ребятушки, абсолютно ничегошеньки нету. Ну что же, тогда будем с вами закругляться. Я надеюсь, вам понравилось. Всем погоди-ка секундочку, погоди-ка, а может быть здесь посмотреть?
Что-нибудь можем здесь с тобой собрать? Кого дадут? Ага. Слушай, ну, зомби с надгробием, пожалуй, мне пригодится. Но мы с тобой сделаем это как? Мы с тобой сыграем эту партию на обалденном ускорении. Да, у нас, видишь, не хватает. Нашел тоже расценку. Нам не хватает. Тут звезды не показываются. Просто нам не хватает. Но тут нет босса. То есть это миссия без босса. Так, поехали. Попробуем, ребят, наказать. Босса нет, конечно, немножко неприятно без него играть. Но куда деваться? Ну куда-то, вот куда ты разогнался, а? Чепушила. Давай-давай, родной мой. Оба! Вот Ронин. Ронин, красава. Что тут говорить, ребят? Ну что, меня решил напугать вот этими зомбарями своими? Ну я проще не видел уровня. Просто не видел. Пришли, запинали базу, получили награду. Сколько там? 23 карточки на зомби с надгробием. Вот это великолепно вообще. Значит, давай пробежим, да что, еще разок, да? Раз уж такое изейшество, то поехали. Берем с собой нашу базу. Все то же самое, ребята. Все то же самое мы с собой будем делать. Берем этого, берем этого. Берем... Кто у нас там что-то был? Да я думаю, даже здесь и особо и париться-то не стоит, да? Возьмем с собой ниндзю и, ну, к примеру, бродягу. Вот такой вот командой с тобой пойдем. Попробуем сейчас. Прокатит или нет, как думаешь? Бродяга у нас причем полностью имеет 5. Че, кого-то не добрал? Я не добрал, да, по ходу дела кого-то? Или здесь должен быть босс у нас? И фиг его знает. Да и ты не важно, ребят. Если сейчас та же самая школа выгорит у нас, та же самая тема, то даже париться не стоит. Ну, я так и понял. Все по той же старой схеме. И бродягу вызову сюда. Ага, ага, все-таки появился, не запылился, а? Все-таки появился зомби с надгробием. Ладно. Долго он тут, конечно, не постоял. Мы его расчехлили. Ну и как ты понимаешь, все. Еще на халяву получаем с тобой сколько там, 18 карточек? Или сколько там, 12, я уже не помню. 12. А? 13 даже. Ну и последние 8 карточек мы с тобой обязательно сейчас же и заберем. Конечно, соберите свой отряд. Отряд у нас имба. Берем сферу. Берем сферу, берем нашего Ронина. Берем мага-рыцаря, берем ниндзю. Возьмем прыгуна сюда, я уже не знаю, кого тут брать. То есть последнего воина можно просто менять. Либо прыгуна, либо брать бродягу. В общем, любого скоростного юнита. Можно даже улитку взять. Тоже, поверь мне, зайдет. Так, идет Ахламон. Ахламона мы этого сразу с тобой давай рубить. Шинковать. Хуча! И погнали дальше. Погнали дальше. Опа, ниндзя, красотулька моя выйдет. Но... Ну, подожди. Прыгуна мы с тобой вызовем сейчас, потому что она будет, наверное, немножко щекотливо, или нет? Да нет, ребята. Ага, вот. Применил все-таки свою ерунду. Блин, не добили. Ага. Немножко поменялась, да? Тактика, я смотрю. Хорошо. Давай, погнали. Раз не хочет по-хорошему, будем, конечно же, по-плохому. Но упал, отжался и добили. 8 карточек мы с тобой получаем на зомби с надгробием. Это хорошо, он мне нужен. Когда же ребята все-таки сделают обновление этой игры, а? Когда же сделают новых юнитов? Блин, так охота получить, а? Последнее обновление было год назад. Хочется что-то еще. Я вам показывал, да, в прошлых сериях, что есть все-таки ячейки, где должны быть новые юниты. Но пока про них тишина. Нигде они не анонсируются. Ну что, оу, есть, ребята, энергия. Попробуем мы здесь с тобой отыграть эту энергию. Так, толкатель, да, толкатель. Что мы с тобой можем здесь сделать? Запустить, например, Джаггернаута. Следом что? Следом, наверное, выпустим Некро. Нет, или Баллисту. Или Некро. Пока не знаю, если честно.
по идее, лучше некро вызывать. Хотя баллиста тоже здесь очень хорошо зайдет. Единственное, что... Смотри, джаггер все-таки наносит намного больше урона, да, этому толкателю. А вот репульсор вшивый, который там появился, не запылился, звали его сюда тоже. О, карточка на толкателя. Ну и все, ребятушки, вот и песенка его спета, можно так сказать. Да ты хоть тут запрыгайся, ничего тебе уже здесь не поможет. Да-да-да-да-да. Вот, и репульсор там тоже отдуплится. Все, все. Ускорение, спасибо большое. Сейчас мы вообще расчехлим их за 5 сек. Вот, вот тебе и все. Весь, как говорится, подход, ё-моё. Подход и выход. Что хотели, то и получили. Результат просто на ура. На ура. Так, давай мы с собой прокачаемся с нами, да? Все, еще 8 уровней и... Крипта наша будет полностью прокачана. Так, смотрим, есть где-нибудь энергия еще? Накопилась? Нет, ребятушки. Все, на этом, наверное, будем закругляться, да? Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну и, как всегда, мы с вами увидимся. Ну, не скоро в этой игре увидимся, но увидимся. Так что, всем до скорого и удачи.